А итак, всем добрый день, наши уважаемые зрители. Очередной матч 11-го тура под номером 2. Стартовал у нас первый тайм, а в частности игра. Сегодняшнюю встречу Тельман Гаджигусейнов. А мы посмотрим за атакой Чарады. Сулейманов мяч принимает, разворачивает он сегодня, как и во всех матчах. Капитан, удар ближний, справляется. Духи с Чарадой по 9. Йолдуз свою 10-ю игру до этого сыграли. Момент у Чарады, удар, вратарь вновь спасает. Таслан мимо стенки пробив, сильно, это практически гол. В западню попадает Редуха в данной ситуации, но посмотрим. Вратарь располагается за стенкой. Розыгрыш, удар по воротам, и мяч в сетке ворот оказывается. Джаватханов Руслан за этим противостоянием. Короткий разбег, удар, ну такое не берется. Увереннейшее исполнение 10-метрового. Кто-то скажет, а что там его забить? Ну, и в отборе дорабатывает, и в единоборствах хорош. Какой удар с этой точки. На моменте Мехьяев Магомед ногой выбил мяч в последний момент уже. Хотя Хайбулаев здорово раскачивал. Подача, момент для удара, удар по воротам рядом с... Иметь 3-0 это будет куда более неприятно. Поэтому нужно терпеть, нужно ждать своих моментов и ни в коем случае не выключаться из обороны. Потому что это может аукнуться. Удар по воротам, нет, все-таки аукнулось. 3-0 счет становится. И у Редухи есть 25 минут, чтобы все это... дело исправить. Второй тайм начинается. Какие корректировки? Здесь прессинг работает. Передача вперед. Удар. Вратарь на месте. Это, наверное, первый матч. Будет выбрасывать команда в красно-белой форме. Заброс. Здесь может быть момент для удара. Нет, не получается. А вот сейчас... это больше пас. В касание. Удар. Мяч в сетке. 3-1. 3-1. Вечер перестает быть томным. Кто там забил? Я думаю, это может быть не так важно, но все-таки нужно. Опять же, все мы ждем второго гола Редухи. Я имею в виду зрителей нейтральных. Для горячей концовки. Удар. 3-2. 3-2. Сработало это. Не знаю, пушка-то ее не назвать. Удар-то был не сильный. Наверное, какая-то... не потерять, скажем так, свою позицию в турнирной таблице. Удар по воротам в ближний летит, но голкипер извиняется, что вроде бы такой не сложен. Направо. Магомедов. Касание. Как-то быстро пытается играть Чарада в касание. Может быть, оно и даст свои плоды. Удар Сулейманова. 4-2. Счет становится. И это уже совсем другие краски в игре. Передача вперед. Здесь чистый выход 1-1. Это практически булит. Голкипер выигран. 5-2. Счет должен становиться. Он и становится. И теперь можно точно заканчивать этот матч. Но вратарь был немножко против. 5-2. Таков счет этой встречи. 3 очка набирает Чарда.